Александр, как так настроились, что вот первая же смена в сегодняшнем матче и такая успешная для вас? Но все понимают, что серьезная игра за 4 очка. Плей-оффная игра, поэтому хорошо, что забили сразу. Потом чуть, может, сбавили, пропустили. Здорово, что опять забили, поэтому надо еще добавлять. А было ощущение, что после как раз первой шайбы пришлось чуть к воротам прижаться, поскольку тут уже минус к другой скорости включил? Да нет, там первая минута игры, тяжело прижиматься к воротам, поэтому ничего не было, надо было дальше продолжать играть. Видим, как результативно проходит первый период, там и шайбу не засчитали, но тем не менее, в общем-то, характер продолжится вот такого активного хоккея. Ну, надеюсь, только в нашу сторону. Большое спасибо, хорошего матча сегодня.